Идти дальше. Все, я пошел. Браво! Браво! Отлично! Да. Аккуратно. Да-да, вот он хочет показать о себе вот такой нрав. Юмор FM. Все жанры, все звезды, все хиты юмора. Слушай на Юмор FM. Юмор FM. Дорогие друзья, мы с вами находимся в московском цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре. И сейчас хотелось бы представить вашему вниманию дрессировщика. Зовут его Серго Самхарадзе. Здрасте. Расскажите, пожалуйста, о своих питомцах. Это большие быки, которые в народе, ну, которые называются буйволы, правильно? Они работают у нас в номере вместе с медведями. Медведи сидят на вот этих больших буйволах верхом на спине, без всяких даже ограждений, без панцирей. И вот на манеже много трюков тех, которые сегодня зрители увидят впервые. В номере 7 буйволов, 2 медведя, 3 собаки и 1 муфлон горный, горный варан. Старейшина циркового буйволиного стада, это по кличке Медико, это самка, это очень редко, когда в стаде главенствует самка. Ей уже 23 года, управляет даже им чуть ли не медведи. А вот за этой дверью животные прихорашиваются перед выступлением. И сейчас один из буйволов, Буран, принимает водную процедуру. Давайте посмотрим, как это происходит. А в этой части цирка слышны всплески, и не только радости, но еще и воды, потому что мы пришли к морским котикам. Хотелось бы представить вам прекрасную девушку, зовут ее Гене Мартиросян, она является дрессировщиком. Я дрессирую 6 лет, они практически все рождены уже в цирке, только одного самого старшего Тимофея привезли из Уругвая 19 лет назад. Они танцуют, поют, целуются очень много, держат баланс, мячи, жонглируют, очень много всего на самом деле, аттракционно ждет. 15 минут, и за эти 15 минут много чего показываем. Тимоша! Ты мой мальчик, любимый, иди сюда. Ага. А этот маленький? А это девочка маленькая, Ика ее зовут. Она хочет сниматься. Она хочет сниматься только издалека. Вот, друзья, это Юрик. Это Юрчик. Как бы у нас в принципе, как в классической клоунаде. Я белый клоун, это резонер, а Димон, он сидит. Здрасте. У нас не специфическая клоунада, не стандартная, не классическая, скажем так. У нас более салонная. Ну, у нас черные костюмы. Мы вообще выходцы из варьете, из театров, не из цирка. Мы в цирках начали только там полтора года назад работать. У нас 5 номеров. Если кто-то укакается, то может быть и 6, и 7, и 8. Или кто-то запутается там в этих самых подвесках. Мы вот, смотрите, мы все трудимся сейчас усиленно над производством. У нас тут цех по производству аэротранспорта, да, вот. У нас есть реприза, самолетики называется. И у нас за одну репризу мы используем 17 самолетов. То есть, если мы за 2 месяца работаем 100 шоу, это нам надо 1700 самолетов сделать. Сами, ручками, хендмей. Да, и вот на 13-й год они попали в цирк Никулина. Это очень круто. Это вот если сравнивать там, например, с какими-то мировыми цирками, это самый крутой цирк в бывшем пространстве СНГ. Вообще, ну самый. Тут даже зверями не воняет. Пахнет попкорном. Тут пахнет сладкой ватой. Скажите, пожалуйста, а у вас что за номер? Собачками. Что делают? Посмотрите сами. Ну, нам же интересно. Нет, ну как, в принципе, все, что и другие собачки, несмотря на то, что у них короткие ножки.
очень понравились украинские клоуны. Они очень все смешно делали. И собаки понравились, и кошки. Как морские львы не боятся людей. Кувыркались, показывали трюки. На кольце какие-то шпагаты прям такие ровные были. Очень гибкие. Клоуны, мне очень понравился такой толстый, который был всегда посередине. То выступают люди из разных стран, и они заслуженные артисты. Имеют какие-то награды. Котики кричали так. Я кончу всех хлопала акробатом. Зрелище не до слабонервных. Очень люблю цирк. Это было просто фантастическое представление. Надеюсь, мы смогли хоть немного вам о нем рассказать. Но в целом, безусловно, конечно, приходить нужно в цирк самостоятельно, с детьми, с друзьями и прекрасно проводить вечер. Приходите в цирк. Юмор FM. Все жанры, все звезды, все хиты юмора. Слушай на Юмор FM. Юмор FM. Сначала бросаем эту, ага. Одну. Так, раз, потом бросаем эту, два, а потом бросаем третью. Так, короче, давайте. Я поняла, да. Три, четыре, да. Мы к вам вернемся, друзья. С вами было клоунское трио Эки-Воки и... Светлана Молодцова. Светлана такая Молодцова.